стратегия рукопашного боя. Опять мы возвращаемся к славянству. Опять возвращаемся в века древние. И опять мы достаем оттуда систему, которая позволяет это делать. Это вот дворянская композиция, да? Палыч, то, что мне успел преподать с этой сечи, так сказать, я выучил почитаж и дальше продолжил исследование в области дворянской сечи. Что я делал? Дело в том, что к тому времени Яков достаточно серьезно был реставрирован Охотский бой. Этот Охотский бой не имеет никакого отношения к системе кадочников. Другим системам похоже. Называем мы его охотским боем, потому что он бой в охоту. Бой в охоту, да. То есть повозиться на ручках друг с другом, не причиняя друг другу никакой. Вообще охотский бой — сложная система. Кто ее освоит, получает огромные фундаментальные знания о человеке, о его теле, о других субстанциях, которые в состав человека входят. Это глобальная научная работа над собой и над противником. Очень много знаний нужно иметь для того, чтобы... Это уровень нейрофизиологии, но уровень психики человека и так далее. Думаю, здесь очень много моментов. Именно охотский бой человека бой. А уже следующая система, которая становится сверху, фундаментальной, это кулачный бой. И вот этого боя не было там. Никто до меня кулачный бой реставрировать славянцев не смог. И заслуга реставрации кулачного славянского боя лежит на мне. Я единственный в мире, кто его реставрировал из изначальных книги многовековом, который, ну скажем так, 18 тысяч лет. Левой рукой щит, правой меч. Только вот. Вот я стал, ноги, так как неудобно, столько кулачного боя славянского. Смотрите, выставляю щит. То есть у меня возник щит, который закрыл меня от любых ударов противника. Противнику теперь необходимо что-то со мной сделать. Он начинает техническое действие, например, удар задней руки. Слышишь, что происходит? Я ничего не делаю, рука летит за вами, потому что стоит щит. Но у меня-то рука свободна. Вот он удар, бам, опять, щит вверх. Щит, щит, щит. Иду за полметра, меняю положение, соприкасаюсь и жду технического действия. А когда я его в базе реставрировал, базе. У меня получилась такая хрень, что я и дальше смог назад пойти в историю. И здесь понять вещи, которые не понимал как бы до этого. И вот та методика тренировки, по которой учили славян наших предков, этим кулачным боем владеть. Тренировка страшнейшая, адская. 32 боксерских раунда без перерыва. Да, то есть без перерыва, она адская. Вся она полностью дезориентирует человека. Половина упражнений выполняется с завязанными глазами. Шлем одеваем на глаза. Совы, так называемое упражнение. Все, что мы начинаем делать с завязанными глазами, и постепенно глаза что? Открываем, да. Мы применяем друг другу бесконтакт, и вот результат применения бесконтакта. Человек теряется, начинает ходить, искать эту мишень, пока находит. А это же это упражнение, это, в общем-то, и направлено. Чтобы применяли все знания, чтобы не получать удары. Оно же мучает человека быть умным, хитрым, сильным до упражнения. А всего мы 4 принципа кулачного боя прошли пока. Еще 4 впереди. Прямо видно по ним отличие. А только сколько? Полтора или 2 часа? 2 часа прошло. Какая работа? День матуши спрашивает. Эффект, но сказал я здесь. Смотрится не очень круто. Вообще. И такого я нигде не видел. Удары страшные просто. Удары страшнейшие просто. То, что вы видите здесь, это все фуфло. Если по-настоящему показать этот удар, это бы эти
Сейчас, Лёха, я вам покажу, что такое кулачный бой настоящий. Приблизительно так.